Новым экзотиком сезона Splicer стал экзотический пистолет или сайдарм Криостезия 77К. Это будет довольно короткое видео с обзором этого оружия, рассмотрением катализатора и выводами относительно его использования. Итак, получить пистолет можно из сезонного пропуска. Обладатели платной версии сезонника заберут экзот сразу же на первом ранге. Бесплатники смогут получить оружие, достигнув 35 уровня сезонника. Читаем перки. Первый особый перк – жидкостное охлаждение. Добивающие попадания из этого оружия на короткое время открывают доступ к заряженным выстрелам. Цели, пораженные этими выстрелами, немедленно замораживаются, но это расходует весь оставшийся боезапас. Второй особый перк – залп ЛН-2. Зажимайте и отпускайте, чтобы выпускать отдельные снаряды. Удерживайте для заряженного выстрела, когда действует жидкостное охлаждение. Короче говоря, синергия перков позволяет набирать заряд, который потом можно использовать для заморозки противника. Этот выстрел больше напоминает тип стрельбы плазменной винтовки, так что пистолету потребуется некоторое время перед выстрелом для накопления энергии. Для пистолета есть и катализатор, перк которого будет перезаряжать магазин после каждого убитого замороженного врага, но о катализаторе мы поговорим чуть позже. Что касается использования этого сайдарма в ПВЕ, ну, он неплохой, конечно. Как минимум необычно видеть стазис оружия в кинетический слот, в котором у нас обычно нет оружия с уроном какого-то элементального типа. Заморозка противников может выручить в некоторых даже сложных активностях. Те же чемпионы обычно станились стазис-гранатами. Теперь вот появилась альтернатива. Но все же, занимать экзот-слот этим пистолетом в замену бремени Дзенаги или Анархии, ну прямо скажем, такое себе. Конечно, возможно, позднее кто-нибудь придумает невероятно эффективный билд с этим пистолетом, но я как-то в перспективы пока что не верю. Касаемо ПВП. Многие, завидев стазис пистолет, который замораживает врагов, сразу начали кидаться какахами и говорить, что опять горнила испоганили стазисом. Но правда в том, что пистолет там не будет имбой. Он не попадет в мету и не сможет навести столько страха, сколько ему приписывают. Время заряда замораживающего выстрела слишком велико, а вот продолжительность самой заморозки на врагах, наоборот, ничтожно мала. Так что вы просто не будете эффективны с этим пистолетом. Сыграйте пару матчей в контроле, чтобы это понять, а потом доставайте свой привычный набор снаряжения. Я уже сказал, что у сайдарма есть катализатор. Чтобы получить его, вам нужно подойти к гансмиту и забрать квест. Квест довольно долгий и в очередной раз завязан на гринд. Я бы даже сказал, слишком унылый квест для столь посредственного катализатора. Первый этап попросит сделать 75 прицельных убийств, убить 50 стражей и 100 мобов в ПВЕ. Этот этап можно завершить, используя любое оружие, а не только сам сайдарм Криостезия. Второй этап квеста посложнее. Вам нужно собирать данные о калибровке в количестве 200 штук. Для этого понадобится проходить налеты, матчи Гамбита и Горнила. Прогресс идет довольно медленно, и за одно завершение вам будет даваться порядка 2 единиц к прогрессу. Также вам нужно убить 50 стражей, на этот раз именно с использованием криостезии, а также настрелять с нее 100 мобов. Но вы можете значительно ускорить процесс выполнения этих этапов катализатора, если сначала прокачаете свой сезонный пропуск до 22 уровня, на котором вы получите бонус в 4 раза ускоряющий продвижение по поручению на катализатор. Так что я бы советовал всем не спешить и сначала докачать сезонник. Все равно нет пока что причины рашить этот катализатор во что бы то ни стало. Хотя, знаем мы фанатов, да. После этого возвращайтесь к Банши 44 и забирайте катализатор. Для его активации вам нужно будет сделать порядка 700 убийств. Только вот мем в том, что при этом вы можете убивать с другого оружия врагов.
На это выяснил мой соклан, который зарашил каталик, так что это вам такой эксклюзив от команды Triple Vibe. Что ж, на этом все. К сожалению, первые впечатления от экзотика вновь наделяют его гордым званием, но для коллекции пойдет. А пока я с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр и подписку. До связи!